Умениями и стараниями живописца на свет появляется картина. Молитвой и кропотливым трудом иконописца на свет рождается икона. В отличие от обычных картин, икона создается не для любования, не для украшения стен, не для демонстрации мастерства художника, а для молитвенного соединения с Богом. В уютном месте среди высоких деревьев в одном из районов города Ставрополя расположился храм святого благоверного князя Александра Невского. Когда-то на месте этого храма стоял большой церковный комплекс, включавший в том числе и церковь преподобной мученицы Евдокии. На протяжении нескольких десятилетий храм был духовным центром Ташлы, пока не подвергся разрушению в суровые 30-е годы 20-го столетия. В ноябре 2000 года на этом месте был установлен крест и закладной камень будущего храма Александра Невского. В 2001 году протоиерей Виктор Лукьянов назначен настоятелем, а 5 октября 2005 года над ним уже засияли купола. Я хочу рассказать вам о покойнике святого благоверного князя Александра Невского. Иконопись – это вид средневековой живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по значению. Создание священных изображений, предназначенных быть посредником между миром божественным и земным при индивидуальной молитве. Первые иконы появились еще в апостольские времена и связывают их с евангелистом Лукой. Иконопись вместе с христианством приходит сначала в Болгарию, а затем в Сербию и Русь. Первый иконописец на Руси – Алипий. Иконопись Древней Руси отличается выразительностью силуэта и ясностью сочетаний больших цветовых плоскостей, большей открытостью к предстоящему перед иконой. Наивысшего расцвета русская иконопись достигает в XIV-XV веках. Выдающимися мастерами этого периода являются Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. Александр Невский – олицетворение мужества, мудрости и силы для россиян. В лике святых он назван правоверным. Это означает, что при жизни человек являл искреннюю веру, неся свое политическое служение, сумел соблюсти Христовы заповеди. Иконография святого делится на три основные части. Первая демонстрирует его в то время жизни, когда князь занимался воинскими делами. Святой изображался в княжеском облачении и доспехах в полный рост. Вторая – это поясная икона, где изображался князь в задумчивости, в расшитом княжеском одеянии. Третья – рассказывает нам о духовной стороне его личности. Он изображается в зрелом возрасте в монашеском облачении. Алтарная икона нашего храма с изображением Александра Невского написана иконописцем Дионисием Кошкиным. Стиль написания академический. Это значит, что пропорции тела не изменены. Краски применяются не темперные, как в древней иконописи, а масляные. Такие изменения в иконописи произошли в России еще в 17 веке, когда стали применяться приемы западноевропейской художественной школы. И этот стиль написания приблизил икону к портрету. Этот тип иконографии, где князь изображался в полный рост, правая рука прижата к груди и либо осеняет себя крестным знамением, а левая опирается на меч, особое распространение получил во второй половине XIX века. Такое изображение князя говорит нам о его готовности отстаивать православную веру ценой собственной жизни, а также о том, что он печалится и молится о земле русской. Во времена Петра Великого особое внимание стали уделять написанию дорогих княжеских одежд, чтобы подчеркнуть высокое положение Александра.
На иконе Александр Невский изображен в красном плаще поверх рубахи и кольчуги. Иконописец уделяет большое внимание передаче качества материала. Металл поблескивает холодным блеском, полотно рубахи нежными полутонами дорогой материи. Взгляд Александра спокоен и безмятежен. Он верит в спасение православной России и молится о всех ее жителях.